So, guten Abend nochmal von meiner Seite. Добрый вечер. Меня зовут Йоханнес Фосвенкель. Я руковожу Московским бюро фонда имени Бёлля, и мне выпала честь модерировать вторую часть. Это всегда большая радость, потому что редко случается, что модератор совершенно не знает, что будет, потому что тема очень интересная, очень специфическая. Дело в том, что мы поговорим о взгляде на Россию, на российскую энергополитику, российскую энергосистему. Взгляде не нами, как мы-то давно концентрируемся на этом, а из Азии, то есть из стран, которые важны для России, а именно Казахстана и Китая. И мы особенно услышим, как то, что происходит там, влияет на Россию. И готова ли Россия к этому? Я хочу вам представить наших гостей сегодня вечером. Справа от меня сидит Лина Ли. Она является проектным менеджером в организации Adelphi. Это независимый think tank, агентство по консультированию в области климата, окружающей среды, развития. Ее темы – это торговля эмиссиями. Она специалист по климатической внешней политике, и она особенно расскажет нам о модернизации Китая. Кроме того, Гумиля Набиева, она является проектным менеджером в Energy Watch Group. Это независимая глобальная сеть ученых и депутатов, парламентариев. Она свободный журналист. Если вы поищете в интернете и захотите что-нибудь узнать о изменении энергетической политики в Казахстане, вы всегда найдете тексты Гумили Нагиевой. Она большой специалист по Азии. В 2015 году она издала исследование об этой теме в Центральной Азии. Очень интересно тоже для Германии, кстати. Кроме того, из Москвы Михаил Крутихин, экономист, аналитик, специалист по нефтяном и газовом рынке в России и партнер информационного и консалтингового агентства «Росэнерджи», если я правильно понимаю, по образованию и химик, и историк, филолог, иронист, то есть большой знаток темы, о которой мы сегодня вечером будем говорить. Но начнем с Казахстана. Я один раз был в ситуации, когда главный редактор Круптер в немецкой газеты после журнала о Кыргызстане, в его журнале он сказал: а теперь, пожалуйста, 5 лет мы не будем уже печатать ничего о странах, в конце названия которых имеются буквы «стан». То есть в России, в Германии очень мало знают о ваших странах, о Казахстане, совершенно не знают, какие у Казахстана намерения в области энергетики, в области изменения энергетической политики. Поэтому нам это все интересно, и нам интересно, что это означает для вашего большого соседа Россия. Поэтому, госпожа Набиева, пожалуйста, расскажите нам, что происходит в Казахстане и что происходит в этой области. Большое спасибо, Йоханнес, за приглашение на эту интересную дискуссию. Я хочу дать вам короткое представление о развитии в области зеленой энергетики в Казахстане и о потенциале, и о том, что мешает и сдерживает это развитие, а также о возможности сотрудничества с Россией, с Германией, с Китаем. Так что, что там происходит в этой области? Казахстан является одной из самых богатых сырьем страны мира. Казахские дипломаты и посольства очень часто в своих презентациях говорят, что из 110 элементов спектра Менделеева системы период в Казахстане были найдены 99. Таким образом, энергоносители очень важны для экономики Казахстана и для производства электричества. В самые такие пиковые времена газовый и нефтяной сектор генерировал примерно 25%
ВВП страны. В 2016 году, благодаря низким ценам на нефть, эта доля составила только 13%. Но нефть является главным экспортным сырьем Казахстана, в том числе в Германию. Больше 70% электричества в Казахстане, больше 90% отопления производится, однако, из угля. То есть представьте себе, Казахстан, конечно, имеет большую проблему с отравлением воздуха в таких городах, как Алматы. Мы, конечно, имеем огромную эмиссию СО2. Возобновляемая энергия, если исключить гидроэнергетику, то возобновляемые энергоносители занимают 1%. Но потенциал для возобновляемой энергетики огромен. Если представить себе, что это девятая по величине страна в мире, то есть она занимает территорию Германии, Испанию, Францию и Польшу. 18 миллионов жителей живут там, то есть столько, как в Северном Рейне-Вестфалии, то есть огромная территория. И только ветроэнергетический потенциал является выше, чем потребность в электричестве в 2030 году в 10 раз. То есть мотивации и причин для перевода на возобновляемую энергетику, в принципе, в Казахстане достаточно. В 2012 году президент Назарбаев издал стратегию 2015. По этой стратегии, по этой стратегии Казахстан в 2050 году хочет стать одной из 30 лидирующих народных экономик. И, конечно, можно представить, что если ты хочешь стать одной из 30 лидирующих экономик, то, конечно, надо как-то заниматься словами и понятиями модернизация и конкурентоспособность. Ну и после нефтяного кризиса, или, скажем, после того времени, когда цена на нефть упала совсем, в Казахстане тоже поняли, что экономику стоит диверсифицировать. И мы говорили об этом факторе относительно России. В Казахстане тоже очень многие далеко лежащие регионы, которые не подключены к электросетям, должны все же снабжаться электричеством. И тут, конечно, децентрализированные возобновляемые энергии являются хорошим решением. Ну и отравление, загрязнение воздуха, я уже затронула эту тему. Положительное развитие в сторону новой энергетической политики есть. В 2013 году мы услышали слово «green economy», и вообще это стало очень модным словом. У всех на слуху, все им пользуются. После того, как президент Назарбаев представил государственный план о переходе к зеленой экономике. В этом плане этот план содержит цели о развитии зеленой энергетики, возобновляемых энергоисточников, а именно Казахстан намерен повысить долю возобновляемых энергоисточников с 1 до 50% в 2050 году. Климатические цели себе Казахстан тоже поставил, и казахские политики очень любят играть роль в международной климатической политике. В 2014 году мы очень много слышали в новостях о первой системе торговли эмиссиями, то есть первая национальная система торговли эмиссиями в Азии. Но это был пилотный проект, пилотная фаза, которая продлевалась все время, а в прошлом году ее отложили до 2018 года, потому что
бизнес-лобби очень сильно выступает против. Министерство энергетики Казахстана говорит, что существует 55 проектов на основе возобновляемых энергоносителей с общей мощностью 330 мегаватт. У нас есть первый ветропарк 150 километров от Астаны и первые частные гелиоустановки на юге Казахстана на 50 мегаватт. Но это проекты, которые получили международное субсидирование, а именно от ИДИАТЭ. Кроме того, существует очень большой образцовый проект Казахстана. Это Экспо-2017 на тему энергии будущего, которая состоялась в этом году с июня до сентября в Астане. И состоялись несколько конференций, мероприятий на эту тему. Были приглашены очень интересные эксперты. Я тоже была там. Я участвовала в дискуссии, в панельной дискуссии. И я запомнила слова директора объединения или союза по возобновляемым энергоносителям в Казахстане. И он сказал, что он боится, что как только закончится Экспо-2017, кончится и бум зеленой энергетики в Казахстане. И это действительно реальная угроза, потому что есть несколько элементов, которые мешают развитию зеленой энергетики в Казахстане. Многие очень похожи на Россию. Одна из самых крупных проблем – это скептическое отношение к зеленой энергетике в элитах политики и экономики. Очень хороший пример этому сам президент Назарбаев. Один год после того, как он представил этот план о переходе на возобновляемую энергетику, и очень много это обсуждали, он выступает на пресс-конференции и говорит: «Я лично не верю в альтернативный, в зеленую энергетику, в ветер, в солнце. У нас есть нефть и газ, и мы будем жить за счет этого и черпать выгоду из этого». То есть это нам, конечно, говорит о многом. Второй момент – это законовые рамочные условия, которые уже существуют в Казахстане для изменения, то есть для перехода на возобновляемые энергоисточники. Они часто меняются и не работают. Например, в 2004 году в Казахстан ввел на 15 лет плату за введение в сеть зеленого электричества. Взял пример с Германии для этого, но привязал эту плату к казахской валюте, которая потеряла в цене. И, конечно, таким образом не было инвестиционной безопасности. Это значит, что немецкие компании все время поддерживали контакт с казахским посольством, с министерством, чтобы привязать эту плату к стабильным валютам. В апреле 2017 года это и было сделано. Все могли опять жить спокойно. Но вдруг приходит Министерство энергии и говорит, что нам нравится модель тендеров в Саудовской Аравии. Там это хорошо работает. И давайте поэтому перейдем на следующий год на систему тендеров. Но теперь инвесторы должны передумать, реагировать на это изменение. Это, конечно, сложно. Как уже было сказано, страна зависит от ископаемых энергоресурсов, поэтому цена на электричество субсидируется.
поэтому электричество, производимое из зеленых энергоисточников, еще не конкурентоспособно. Конечно, есть и бизнес-лобби, близкое к правительствам, где мы найдем и членов семьи президента, и где, в принципе, родственные связи играют важную роль. Ну и понятно, что если все сидят в одной лодке, то зеленая энергетика не обязательно будет иметь шанс. Большие проблемы также состоят в том, что у нас нет ноу-хау, и у нас финансирования слишком мало. Крупные проекты, которые существуют на данный момент в Казахстане, они существуют только благодаря инвестициям зарубежных инвесторов. Собственные инвестиции или собственные проекты существуют, но все они очень маленькие и не имеют достаточной мощности, чтобы повлиять на страну. Когда я писала отчет, я провела интервью с очень многим экспертом из Центральной Азии. И многие сказали, что недостаточно у нас знания и понимания зеленой энергетики. Что зеленая энергетика, возобновляемые энергоисточники, это не будущее. А что в многих странах этого мира сейчас зеленые энергоносители уже дешевле, чем ископаемые. И чтобы предпринять какое-то действие, Energy Watch Group 2 недели тому назад опубликовала исследование. Хочу сказать, что это первая глобальная симуляция вместе с университетом технологии в Лапинранте в Финляндии. И это первая симуляция, которая может вам рассчитать по часам, как перейдет перестройка электроснабжения, производимая из возобновляемых энергоисточников. Мы показали, что и с нынешними технологиями, и с потенциалом возобновляемых энергоисточников сейчас уже можно перейти, и это дешевле, чем сегодняшняя система снабжения электроэнергией. Очень интересно, конечно, то, что это исследование или вот эта модель можно применить на регионы, на города. И мы сейчас думаем, как мы можем применять результаты и распространить знания этих результатов в Китае, в России и так далее. Очень рекомендую вам посмотреть на нашем сайте, что это не фантазийные проекты, это возможно и это дешевле. Для экономистов из вас я вот здесь в слайде показываю пару цифр. Больше вы можете узнать на нашем сайте. Но под конец я хочу поговорить о потенциале для сотрудничества. На этом слайде я, конечно, хотела бы, что вместо премьер-министра Моди мы бы увидели госпожу Меркель. Но Германия еще не является членом Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому картинка пока такая, что Путин с Назарбаевым играли в эту игру. Но если серьезно, и мне этот вопрос очень понравился в первой части нашей дискуссии, с кем сотрудничать, с какими частями общества сотрудничества, чтобы продвинуть этот переход. Я не могу себе представить, чтобы российско-казахское правительство, например, обсуждали совместно эту тему, но на уровне муниципальном или уровне университетов можно найти очень много людей, которые очень интересуются этой темой, и не только возобновляемыми энергоисточниками, но и энергоэффективность, так же, как в России. Вся инфраструктура электро- и теплоснабжения давно устарела, и ее давно нужно менять. И тут опыт Германии может очень помочь Казахстану. В
таких проектах, как экологическая санация зданий или, в принципе, на тему энергоэффективности. Вот тема, которую мы затронули в первой половине дискуссии B2B, бизнес-то-бизнес, тоже очень важна. И тут, конечно, было бы важно, чтобы возобновляемая энергетика и тема нулевых выбросов освободились от санкций, если мы хотим продвинуться здесь. Что я еще хочу затронуть, это большая важная инициатива Китая, новый шелковый путь, 900 миллиардов евро, по-моему. То есть огромный проект. То есть здесь речь идет о евразийском коридоре, а Казахстан находится в самом-самом центре. И это было бы прекрасным возможностью для Казахстана стать хабом, стать центром. И если энергия, технологии энергоэффективности тоже бы обменивались на этом шелковом пути, то, конечно, можно себе представить чудесные проекты между Россией и Казахстаном. Последняя мне интересная тема, ее была затронута в вопросе. Это тема, которую Ханс-Йозеф Фей, президент Energy Watch Group, когда был депутатом, очень сильно продвигал. А его предложение состояло в том, чтобы инфраструктуру, которая у нас есть, например, трубопроводную, связывающую Россию и Европу, чтобы мы использовали большой потенциал России или, в моем случае, потенциал биомассы, производства биометана или power to gas в таких огромных территориях, чтобы производить зеленый газ в России и в Европе и транспортировать в Европу, потому что инфраструктура-то есть, можно ее использовать. И такие проекты, где Европейский Союз могли общаться бы с Россией, как производить этот биогаз и как его уже вводить в сеть, это очень интересная тема. Вот все, что я хотела рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Мы видели, что многое пока еще находится на бумаге, некоторые глянцевые еще проекты, и мы еще не можем сказать с уверенностью, насколько всерьез берет Казахстан эту новую стратегию. Я хотела спросить, вот использование угля и возможные эффекты уже от изменения климата в Казахстане, это могло бы помочь продвигать новую зеленую политику, или население, элиты пока не воспринимают это к сведению? Нет? Понимание есть, видение есть. Надо, конечно, различать. Вполне имеются гражданское общество довольно сильное в Казахстане, оно активное. Я знаю, например, проект в Алмате, где люди хотели измерить загрязнение воздуха в городе и показать на веб-страницах, какой плохой воздух, какое плохое качество воздуха. Так что здесь была активность. Если говорить о населении и понимание со стороны населения, оно есть и готово есть. Это показывает тоже различные опросы. Вопрос в следующем. Как в случае России, например, это тоже осудили, вот эта инертность развития, где просто нет понимания, что можно делать по-другому. И что возможно, будет не один только монополист, который обеспечивает энергию, а что будет много или несколько децентрализированных возможностей по генерированию электричества. И вот в этом различие. Мы слышали, что количество населения в Казахстане
приравнивается к Северному Рейну-Вестфалии, то есть довольно мало населения. С другой стороны, если Центральноазиатская республика, Казахстан, покажет или будет лидировать на этом пути, это может быть и маяковым проектом с большим значением для всего региона. Сейчас мы хотели бы перейти к другому государству, об этом государстве, которое всегда говорили в суперлативах, сотни миллиардов евро, огромное развитие, революционное развитие и так далее. В Китае сейчас, вопреки всем прогнозам, есть сокращение использования угля. Кажется, вы в Китае всерьез взялись за вопросы энергии. Лина Ли, прошу вашего понимания, попросила нас выступать на английском. По техническим причинам мы можем переводить на немецкий и на русский. Так что все хорошо. Если кто хочет слушать перевод с английского на немецкий, пожалуйста. Лина Ли, вам слово. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить вас за приглашение. И спасибо тоже предыдущему панелисту и модератору. Я очень многому научилась, что касается России, и рада предстоящему дальнейшему обмену с вами. Я докладываю на английском. Я попробую, я учу пока немецкий. У нас, если что-то непонятно сейчас в рамках доклада, я поэтому в состоянии и в двустороннем порядке с вами, может быть, отвечать на вопросы. Вот так наш бизнес тоже в Китае. Мы сначала кушаем, а потом уже занимаемся бизнесом. Но я хочу подчеркнуть, почему Китай постоянно обсуждается, почему постоянно о нас говорят. Это огромный слон в маленькой комнате, если так хотите. Самый крупный потребитель энергии, уже больше, чем Соединенные Штаты. И мы самый крупный эмиссионер парниковых газов. И это развитие этого бурного экономического развития в последние 30 лет. С тех пор, как в 70-е годы мы приступили к реформам в нашей стране. У нас десятилетия были двузначные цифры в нашем экономическом развитии. Это было уникально, конечно, и это в том числе привело к тем эмиссиям, к большому давлению на экологию. Наш российский коллега попросил меня, чтобы я более детально об этом сказала. И я поэтому тоже хочу указать, какие есть расходы, экологические расходы. У нас в Китае сейчас тоже есть концепция или стратегия изменения энергетической политики. И у нас есть уже определенный скромный успех. Конечно, Китай не может дать все те ответы, или я согласна с другими панелистами, в Китае тоже еще требуется модель для устойчивого развития, но все-таки уже есть интересные идеи, есть интересные первые шаги, есть хорошие идеи для будущего экономического и экологического сотрудничества. В Китае идет уже реформа рынка электроэнергии. Это пока еще не рыночные системы, но 20 лет тому назад была реформа в сфере генерирования электроэнергии. Что касается распределения и цены, то все это еще под государственным управлением. Какие у нас существуют драйверы для новой энергетической политики? Что касается сектора энергетической отрасли, естественно, главное – это безопасность. Ну, представьте себе, Китай – это государство, огромное государство тоже. И
каждый год у нас рост потребления энергии 8%, но у нас нет своих энергоносителей. То есть с 90-го года драйвером для энергетической политики было обеспечение безопасности энергообеспечения. Это, во-первых, энергоэффективность, это, конечно, сотрудничество со всеми теми странами, которые могли бы обеспечить нас энергоресурсами в любых формах. Это сейчас изменилось. В последние 10 лет здесь имеется изменение, потому что, уже сказано, у нас очень сильное загрязнение окружающей среды. Я не хочу вас или не могу вас ознакомить со статистикой, потому что различные анализы, может быть, или различные ученые здесь имеют различную статистику. Все-таки могу предоставить, может быть, две данные. Я потерял близкого друга в результате рака. И в процессе умирания я поняла, сколько моих друзей, однокашников, да, даже в кругу своей семьи, уже потеряли друзей и членов семьи из-за этого. Мой город находится в центральной части Китая. Там уже 20 лет добывается уголь. Но не, это не только характерно для моего региона. И во многих других регионах были из-за сильного загрязнения окружающей среды последствия для населения. И это ведь касается не только нас, это касается будущих поколений. И каждый родитель знает, что как важно защищать здоровье детей. Так что окружающая среда, загрязнение окружающей среды сейчас очень большая тема. Тут надо быстро добиваться решения. Мы знаем, что быстрого решения нет. Это надо делать шаг за шагом, поэтапно, и требуется реструктуризация экономики в целом. Я уже сказал, что экономика в последние годы получила очень большой прирост, и это тоже важный инструмент легитимизации китайского правительства. Мы сейчас имеем уже не 10% прироста экономического ежегодно, а где-то 6-7%, то есть здесь уже намечается изменение, но мы сейчас хотим обозначить новые стратегические сферы. 10 у нас таких стратегических направлений. Например, электромобильность. Мы самый крупный инвестор в электромобильность, электрические автомобили. И у Китая также очень амбициозная цель стимулирования для развития этого сектора. В последнем году китайский рынок увидели такое вот сочетание. Были уже электроавтомобили, были также гибридные автомобили. Причем они на рынке были уже представлены где-то 1,5%. Во всем мире только во Франции есть такое же большое количество электроавтомашин, либо гибридных. А мы ежегодно хотим производить 7 миллионов таких автомобили. Но давайте вернемся уже к достигнутому, не только к тому, что на бумаге. Позвольте мне здесь немножко поподробнее останавливаться. Важным в нашем стране это пятилетний план развития, five-year plan на английском, здесь аббревиатура. У нас есть комиссия реформ, которая разрабатывает пятилетние планы. Есть цели, которые адаптируются и разрабатываются. Почему они играют такую роль? Мы уже слышали от предыдущих выступающих, что когда политики выступают с прекрасными воскресными речами, тогда это, может быть, не играет большой роли. Но цели, закрепленные в пятилетних планах, это очень важно. Это в том числе инструмент для достижения политических целей, и они обязательные. И если вы у себя не выполняете эти
экологические, экономические цели, то вы не можете продвигаться по вашей политической карьере. Так что это довольно серьезно. У нас есть много таких вот тенденций сверху вниз. Мы уже говорили о том, или был задан вопрос, как финансировать изменения в энергетической политике. В Китае это субсидируется правительством в основном. Но и банки поняли, что здесь есть шансы для инвестиций. Так что сейчас есть также директивы для большего финансирования. Опять-таки, это постепенное развитие. Конечно, китайские банки, биржа, акционерные компании должны делать многое, чтобы изменить свой портфель инвестиций. Так что у нас есть инвестиции сейчас в зеленые проекты, но и в традиционные. Так что это параллельные пока процессы, но зеленые экологии, они уже имеют место. Здесь пример целей, которые мы ставим перед собой, это 3 5-летних плана. Я не хочу остановиться здесь детально, но сейчас есть общее сокращение конъюнктуры экономического развития в связи с глобальным кризисом, но все равно и в последний 5-летний план мы смогли добиться прирост в 5-7%. Мы перевыполнили цели по экономии энергии. Сейчас 13-5-летний план до 2020 года, и уже есть цели также до 2030 года. Так что вы видите, эта работа, которая резюмируется здесь в слайде, это не только работа одного министерства. Если Министерство экологии говорит, что надо что-то делать для достижения ограничения потепления на 2 градуса, то, может быть, этого недостаточно. Но сейчас есть также комиссия регионального развития. Здесь задействовано много других министерств, и только взаимодействие всех этих ведомств и министерств можно добиться успеха. В том числе на региональном уровне надо делать очень многое. Китай – это огромное государство, Си Цзиньпин на подиуме, и что-то делать, и на следующий день это далеко не реализуется. К сожалению, тут это не так. Что касается энергетического сектора, есть не только из государственного бюджета, из центрального бюджета субсидии, но и есть региональные субсидии, в том числе субсидии для зеленых зданий. Благодаря Германии мы в стране тоже перенимали нормы, требующие экономии энергии, и эти нормы действуют у нас уже где-то 10 лет. Китай очень хороший ученик. Мы учимся. Если где-то мы видим что-то, что нравится, что правильно, что успешно, то мы принимаем этот опыт. Мы в Китае очень многому научились. У меня еще несколько слайдов. Я надеюсь, что на основе этого мы потом можем вступить в дискуссию. Вот это новое видение, она, конечно, определялась коммунистической партией. Это общая концепция для управления нашим государством. Мы хотим быть или превращаться современным государством, зеленым государством до 50-го года. И я в красной клеточке здесь обозначил несколько вызовов, которые стоят перед нами. Конечно, есть конфликтующие интересы между центральным правительством и отдельными муниципалитетами. Есть индивидуальные интересы, есть группы интересов. Конечно, надо преодолеть определенные барьеры. Мы потом говорили о реализации этих требований. Кунчин, он работает очень хорошо, но не значит, что все политические цели уже достаточно реализуются и что они достаточно
понятные, классные, транспарантные. Так что для будущего, мне кажется, что мы поэтапно должны перейти к системным изменениям. Тогда все будет уже открыто, понятно, могут вовлечаться интересы самых различных групп. Ведь нельзя допускать, чтобы мы кого-то забыли, не взяли или не привлекли с собой. Какую цену мы в будущем должны платить за энергию, какой эффект это может быть иметь на население. Вот это пока еще открытые вопросы. Я хочу нарисовать реалистическую картину, потому что я не идеолог, я оптимистический реалист, если так хотите. Китай в некоторых провинциях провел пилотные программы, скажем, 20% населения, 30% потребления энергии. И на основе этого мы сейчас в национальном масштабе создали систему торговли эмиссиями. Мы здесь отстаем на 10 лет от Европы, но все-таки. И вот по этим кружочкам вы здесь видите, что наш кружочек, он крупнее, чем в Европейском Союзе, что до сих пор еще находится параллельное мышление. Мы инвестируем и в новую, и старую систему. Наверное, мы не можем реализовать всю систему торговли эмиссиями, но все-таки. И мой последний слайд – это сотрудничество. Россия будет партнером в рамках этой китайской трансформации ввиду сотрудничества экономического и прочего, который уже всегда был с Россией. Есть очень много каналов, где мы уже работаем, где можно развивать сотрудничество дальше. И, конечно, всегда можно учиться. Я говорила также о двусторонних проектах сотрудничества между Германией и Китаем. Может быть, не всегда все пошло гладко, и поэтому надо посмотреть, почему что-то не получилось, как можно по-другому взяться. Есть очень много шансов для многонационального партнерства, многонационального сотрудничества. Я не хотела бы поставить все на одну карту. Ведь эта концепция, она общая, детального планирования, имплементации во многих странах, может быть, еще нет. Но если у кого-то уже есть планы, то для Китая, конечно, очень интересно будет с ними сотрудничать. Так что Китай, конечно, тоже не всегда имеет лучший имидж, в том числе, что касается так называемой мягкой силы. Но партнерство уже есть. Например, партнерство со странами БРИКС. Недавно был саммит. Сейчас есть новый банк развития. И это важные инструменты, которые мы могли бы использовать для расширения сотрудничества и для развития, в том числе с городами и с провинциями. Спасибо. Большое спасибо. Мы видим два соседа России, которые идут с разной скоростью, но по направлению в другую энергополитику. Что это значит, господин Крутихин? Что может последовать из этого? Как Россия видит свою собственную роль в будущем с этими соседями, с этим развитием? Я очень благодарен. Я очень благодарен фонду Генриха Белли за приглашение. Мне было очень интересно слушать дискуссии на этом мероприятии. Но поскольку основная моя работа – это консультирование инвесторов в российскую энергетику, то без того, чтобы отметить риски инвестирования, некоторые негативные стороны развития, я, к сожалению, обойтись не могу. Вот я слышал уже даже на этой сессии некоторые моменты, с которыми я, ну, не вполне могу согласиться. Ну, сначала, например, о том, как красиво нам будет всем от шелкового пути, например.
Но вы представляете себе, что это за развитие национальной экономики, которое будет опираться на то, что вы сидите у окошка, а мимо окошка у вас идут поезда из Китая в Европу, из Европы в Китай. Ваша экономика развивается, вот она, так называемая постиндустриальная экономика, но не развивается она от этого совсем. Затем, вот рассчитывать на то, что какие-то организации типа БРИКС, ШОС и так далее, они будут играть какую-то значительную роль. Ну, нет таких организаций. Ну, простите, они совместно, они ничего никому не дают, кроме горстки бюрократов. Абсолютно. То есть вот практическое значение этих организаций, оно меньше, чем нулевое. Это даже затратное для некоторых экономик. Это первое. А вот на первой сессии мне бросилось в глаза, ну, чрезвычайный оптимизм, наверное, в связи с различными принимаемыми документами и заявлениями руководителей. Ну, давайте все-таки опираться на практические какие-то дела, на практические события, потому что в России, например, составляется очень много разных энергетических стратегий. То один вариант, то другой, то третий. И весь смысл этих стратегий, до которой никто, в общем, потом, после составления, не обращает никакого внимания, это дать работу каким-то экспертам, научным институтам, которые за это получают деньги. Все. Вот больше смысла в этих документах нет никакого. Вот давайте вот на этом как-то вот не зацикливаться. Поэтому бумаг очень много принимается, красивых. Заявления очень красивые делаются. Вот, а потом, вот, ну, все помнят, что такое был план Путина 2012 года. Ну нет, вот никто не выполняет эти вот все его предписания, указания и так далее. Ну нету этого ничего. Затем, вот здесь были цифры, приводились о том, сколько, какой процент возобновляемой альтернативной энергии в России вырабатывается и будет вырабатываться куда-то. Мы сидели вот с Алексеем Книжниковым, он мне сказал такую замечательную цифру. Вы знаете, говорит, если исключать гидроэнергетику, то возобновляемая энергетика в России сейчас от всей выработанной энергии занимает, знаете сколько? 0,007%. Вот не надо мне про 4%, про 5% там, будущих процентов говорить. Вот почему это происходит? Ну, посмотрите, действительно, огромная территория. Ну, на этой территории можно развивать что хотите, и солнечную, и ветровую энергетику. Ну, как-то вот она не очень развивается. В некоторых местах, да, вот на Алтае там предприниматель купил китайские батареи, кто-то там у себя дома еще что-то поставил. Ну, мы знаем, человек, вот сегодня только рассказывали в перерыве, какой-то человек решил закупать ветрогенераторы, и у себя где-то их устанавливать. У него гигантская проблема с их подключением к сети и вообще с работой этих генераторов. Это невозможно преодолеть вот российскую бюрократию и российскую систему передачи электроэнергии. Ну, посмотрите, действительно, в России какие регионы наиболее выгодные для строительства ветрогенераторов? Это, ну, немножко на Северном Кавказе и вдоль Арктического побережья. А кто там живет? Вот кому нужна эта энергия там, вот где ветер дует? Солнечная энергия. Знаете, какой самый солнечный регион в России? Это Якутия. Вот вы знаете, в Якутии не нужна дополнительная энергия. Они не знают, например, вот куда деть газ, потому что там вот вырабатывают в Якутии свои, есть компании, которые добывают газ. Они вот ко мне обращались, ну куда его продать? Мы не знаем, куда его продать. Мы вот все, что могли, мы уже его использовали. А если еще туда вот ставить какую-то солнечную вот эту вот, ну кому она нужна, вы мне скажите. Затем, ну, приливные электростанции, огромные приливы где-то вот в Кольском заливе, например, на севере или в других местах, но нет там спроса на эту электроэнергетику. Геотермальные на Камчатке, на Чукотке, там у вас гейзеры, вулканы, как вторая Исландия, там и все. Ну, это регионы, которые страдают от депопуляции. Столица Эвенкийского округа, там 16 тысяч человек в этой столице живет. Вы понимаете, вот как, зачем это все нужно? Никто как толком, конечно, понять не может. Ну, это все хорошо, но вот географический фактор, и в том числе социально-экономический, российское население, оно распределено вот крайне неравномерно.
Да, действительно, вот какая огромная Якутия, там можно все, что угодно построить. Там, говорят, 4 Германии поместятся, но Германия не хочет туда помещаться. Это старая шутка уже такая была. Но вот и второй фактор, это совершенно объективный фактор, это не чья-то злая воля. У России очень много газа и нефти. Вы знаете, газ некуда девать. Вот сейчас «Газпром» объявил, что он столько разработал месторождений газа, что он может, ну вот через неделю подключить еще одну Европу. Но нет этой второй Европы. То есть вот некуда девать российский газ. То есть это огромная проблема. Рынка для него нету. Нефти много, нефть хорошо, нефть – это основной источник дохода. Но вы посмотрите, где-то примерно с 2020-2022 года добыча нефти в России будет снижаться, примерно на 2% в год. Потому что качество запасов, которых можно коммерчески извлекать, оно резко ухудшается. Мелкие месторождения, трудноизвлекаемые запасы. То есть, ну, где-то начнется. Вот был такой вопрос, а чем заменить вот ископаемые источники в плане экспорта? Вы знаете, есть такая организация, очень хорошая, энергетический центр при бизнес-школе Сколково. И они год назад опубликовали прекрасный, очень хороший прогноз мировой энергетики до 2040 года и российской энергетики. Опубликовали, он совершенно объективный, независимый, никто им не платил, на чистом энтузиазме. Они его опубликовали в интернете. И я спросил у ребят, которые работали, вот скажите, пожалуйста, если вот нефть и газ больше не будут нужны, ну то, что они не кончатся, они там не кончатся, а вот не будут они нужны новые экономики, вот что Россия может предложить на экспорт вот так, такому, чтобы это могло что-то заменить? Они говорят, да, мы думали, над этим работали, обращались к специалистам в разные отрасли. Ноль. Вот нечем заменить. Вот скажите мне, что Россия может экспортировать вместо нефти и газа? Не нашли. Ну вот к глубочайшему совершенно сожалению. Теперь это все вот объективные причины, я говорю. Это не чье-то там действительно вредительство или что-то еще. Но дальше я вынужден, вы уж извините, приступить к субъективным причинам, вот к тому, почему не развивается у нас вот альтернативная энергетика и так далее. Ну, иногда, вот тут мне говорят, что хорошая немецкая компания стала в российской одной провинции развивать ветроэнергетику, и вроде бы там, значит, первый такой хороший проект пойдет. Это что же это они? Выступают против президента России? Потому что Владимир Владимирович Путин не так давно объявил, что ветровая энергетика – это очень вредно, потому что она мешает птичкам, это раз. И второе, она портит нервную систему кротов, которые недовольны вибрацией. Вы понимаете, если бы он просто так в шутку сказал, я бы понял. Но потом, год назад на примаковских чтениях в Москве руководитель Курчатовского атомного института, он повторил точности вот эти, кроты страдают, вы понимаете, в чем дело? Это очень нехорошо. Но я понимаю, что бывшему офицеру КГБ слово «кроты», оно, конечно, не дает покоя. Но использовать это как повод для того, чтобы объявлять конец ветроэнергетике, ну, я считаю, что не совсем было бы правильно. Теперь у нас есть интересы крупных компаний. Это «Газпром», это «Роснефть», это некоторые крупные компании, которые задействованы как бы близкие к принятию политических решений, типа «Новатек», таких компаний. Ну, как они относятся к экологии? Ну, вот посмотрите, у «Новатека» хороший проект, он не экономический. Это проект производства сжиженного природного газа на Ямальском полуострове. И они ничего в него фактически... Ой, это проект такой. То есть его подарили этому консорциуму. Там французы, там китайцы, там вот эта компания «Новатек», больших друзей нашего президента. И они сказали, вы знаете, если мы хотим сжиженный природный газ выпускать, то давайте освободите нас от всех налогов. То есть вот национальное достояние, которое по Конституции национальное богатство, оно им подарено. Все налоги, вот все какие налоги вы придумаете, вот от всех их освободили, это ноль. Мало того, еще им сказали, вы знаете, государство заплатит за строительство порта, аэропорта, атомных ледоколов и много чего еще. Вы знаете, они говорят, а у нас там, мы бы хотели еще свои издержки сократить. А как? Нам экологическое законодательство мешает.
Какое экологическое законодательство? А вот у нас там, вы знаете, нужно фарватер углубить при подходе к этому порту. А вот этот грунт со дна мы должны куда-то увозить и в безопасном месте куда-то сваливать. Потому что если мы будем тут его сваливать, мы нарушим вот биологическую жизнь очень чувствительной вот этой зоны Арктического моря. Хорошо, сказали в Думе наши депутаты Думы, исправим экологическое законодательство. И запросто в 2013 году исправили экологическое законодательство. Теперь можно сваливать этот грунт куда попал. Все равно, что там происходит на дне моря. То есть вот интересы этих компаний, они очень хорошо работают. Теперь у нас есть финансовые интересы, которые мешают развитию чего угодно, вообще абсолютно чего угодно. Есть Министерство финансов, которое ставит крест на всех проектах, которые могут сократить доходы государства. Сейчас у нас, что называется, кормовая база, вот группы, политическая элита, она сильно сократилась из-за удешевления нефти, из-за экономических проблем. И поэтому вот малейшие изменения, структурная реформа какая-то или экологическая реформа, немедленно, это что? На несколько лет у нас сократятся доходы. Это как же? Откуда вы деньги возьмете? Нам деньги нужны. Вы понимаете, в чем дело? И когда Министерство финансов наше слышит, что для программы энергоэффективности и энергосбережения в России до 30 года потребуется 340 миллиардов долларов. Все, больше ничего не говорите, денег нет, говорит Министерство финансов. Нет никакой вот возможности государству куда-то вкладывать. А кто будет, кроме государства, вкладывать деньги вот какие-то? Ну, это где-то по регионам отдельные какие-то товарищи будут в это все вкладывать. Ну, и одна из главных причин, вы понимаете, экология, возобновляемые источники, это сейчас для руководства страны не приоритет нисколько. Вот я хочу процитировать одного человека, который там вот наверху вовлечен в принятие решений, он когда-то в доверительной беседе, я его спрашиваю, скажи, вот как короткую формулу, вот главный приоритет сейчас вот людей, там руководство России в чем? И он сказал такие хорошие слова. Это спешная, срочная монетизация административного ресурса. То есть вот чем-то они там командуют, вот они сидят на потоке наличности в бюджет или из бюджета. Вот эти ребята, они там контролируют все вот эти потоки наличности. И им нужно срочно вот эту свою власть перевести в наличные деньги и куда-то эти деньги быстренько, значит, это самое убрать. Какая экология? Вы понимаете, что да, на региональном уровне кто-то где-то в провинции может провести какие-то экологические реформы, там еще что-то. Ну, действительно, работают. Но централизованно или при поддержке государства не нужно это ожидать. И когда к вам приезжают чиновники из Министерства природных ресурсов и экологии, из Министерства энергетики, начинают садятся с вами за один стол, начинают какие-то программы разрабатывать, там дорожные карты, еще что-то. Ну, мы с немецкими специалистами уже 4 года пытаемся составить программу, дорожную карту, для того, чтобы сблизить позиции, основываясь на энергетическом сотрудничестве между евразийским сообществом, Евразийским союзом и Евросоюзом. Ну, ничего у нас пока не получается. Вы понимаете, вот сколько мы не ищем? Практически ничего. Мы можем красивый документ составить. Вот этих документов сейчас очень много. Да, вот на этом я, пожалуй, закончу, но я отвечу на один вопрос. А почему взяли и в договор к энергетической хартии Россия как-то вот взяла и сначала отказалась его выполнять, а потом отказалась вообще от него полностью. Ну, там было две причины. Первая причина, там есть протокол газовый, так называемый. То есть, если бы мы согласились с этим документом, то пришлось бы позволять Туркменистану в Европу отправлять через российскую территорию газ. А это никак, извините, не в интересах «Газпрома». И второе, там еще есть дело ЮКОСа и Ходорковского. То есть, вот извините, безопасность инвестиций, она должна быть каким-то образом гарантирована. А когда совершенно против всех законов взяли, просто отобрали компанию у ее владельцев, это вот тоже не согласовалось, это пришлось бы компенсировать и так далее, и так далее. И вот по этим двум причинам взяли и спокойно закрыли этот вопрос Европейской энергетической хартии. Так что спасибо за внимание.
Danke für die Offenheit. Das war nicht. Спасибо за открытость. Это не был выступление роудшоу для инвесторов, которых привлекают в Россию. Но позвольте переспросить, если бы был какой-то стимул для медленного переосмысления процессов для тех, кто пока столь инертен и думает о прибыли, может быть, именно измененная реальность, скажем, в Китае, может быть, повлиять. В России строится еще трубопровод, это да, важный газовый рынок, но, может быть, Китай... Китай не нужны будут ресурсы из Москвы, из России. Москва это видит? Энергетические с Китаем – это отдельная, очень большая, ну, я бы сказал, проблема. На протяжении больше, чем 10 лет «Газпром» и российское правительство пытались уговорить китайцев покупать российский газ. А те не хотели, говорят, там не нужен. Он и сейчас не нужен. Если вы посмотрите на баланс будущий вот, Китая, он без российского газа. Он совершенно спокойно закрывается другими источниками газа. Это собственное производство. Это уже 3 и будет 4 трубопровода из Центральной Азии. Это маленький трубопровод из Мьянмы. И это сжиженный природный газ. Я где-то в январе, по-моему, в Пекине стал спрашивать у своих китайских друзей. Ребята, а вот вы мне скажите, зачем вот там строится сила Сибири к вам вот туда, Россия, тянет? Вы согласились, на один контракт все-таки согласились. Они говорят, ты знаешь, в чем дело? Вот если в Тихом океане военно-политическая обстановка будет такая напряженная, что мы не сможем получать столько сжиженного газа, как мы хотим, тогда мы пойдем, будем дешевый российский газ покупать. А проект этот для России не коммерческий. То есть, если вы, вот, ну, у меня есть эти документы, экономические выкладки по этой самой силе Сибири. И там вот расчет велся до 2048 года. Ну, раз на 2 года позже начали, то есть считайте до 2050 года. Вот по каждому году сколько прибыль, сколько убыль, сколько вот все это баланс такой сосчитан. И внизу там 2 таких строчечки. Период окупаемости. Ну, период окупаемости, если считать по чистому доходу, там 22,5 года. Ну, ничего, это очень большой проект, вроде терпимо. Но там есть последняя строчка. По чистому дисконтированному доходу нужно учитывать, извините, дисконт на эти 50 лет. И там стоят 2 русских слова. Не окупается. То есть, вот зачем его... Мне говорят, вот вы знаете, это такое вот развитие наших отношений. Там только 2 причины. Вы уж простите мне такой цинизм. Первая причина – это показуха, это в торжественной обстановке нажмут кнопку, зажгут огонек газовый и скажут, мы открыли новый экспортный маршрут для российского газа, которого раньше не было этого экспортного маршрута. А вторая причина – это дать заработать большим друзьям президента, подрядчикам, у которых стоимость строительства 1 километра трубы, она примерно в 3 раза больше, чем в нормальной обстановке. Вот когда мне здесь говорят, извините, о том, что вот это выгодно будет, это дешево будет. Вот когда вы придете в «Газпром» и скажете, вот мое технологическое предложение, вот мы говорили об этом в перерыве, оно более дешевое, чем вот то, что вы сейчас делаете. Вас выгонят оттуда, потому что «Газпром» заинтересован в том, чтобы было как можно дороже. Там вот этот вот коррупционный налог, он большой. Понимаете, вот та дельта, которая остается в виде отката чиновникам, она там вот зависит от цены вот этого контракта. И поэтому выгодно, когда дороже, а не когда дешевле. Вот как вы, это такая государственная компания, тем более монополия. Надо вот учитывать эти интересы. Теперь дальше по Китаю. Китай отверг все предложения России по новому маршруту, то есть Алтай, так называемый маршрут, он же «Сила Сибири-2». Уж как уговаривали. Путин говорит, мы сможем тогда, поскольку он нацелен на те же самые газовые месторождения, которые служат источником для Европы. И Путин несколько раз заявлял, вы знаете, говорит, мы сможем переключать газ на Китай, на Европу. Где нам вот это выгодно? То есть цель вполне определенная. Китайцы сказали просто, ну хорошо, вот вы подведете там границу. У нас нет там потребления. Вы понимаете, это между Казахстаном и Монголией как раз короткий там такой отрезочек. А у нас там пустыня, там ничего нет. Нам еще 3000 километров надо трубу строить, чтобы достичь вот до зон потребления этого газа. И когда уже настаивали, в прошлом году заместитель премьера Китая сказал, хорошо, мы согласны на интегрированное решение. Говорит, что такое интегрированное решение?
Ну, говорит, это наши компании смогут разведывать и добывать газ на вашей территории. Это раз. Второе. Мы будем вместе с вами строить газопроводы на территории России или свои собственные газопроводы. И третье. Мы будем экспортировать свой собственный газ, который мы у вас добудем. На что «Газпром», конечно, в общем, не согласен. Во-первых, у него разведанное и разработанное месторождение уже столько, что можно залить вообще весь газом, весь мир газом. А второе. Это строить... Вы знаете, что цены на строительство среднего километра у китайцев ровно в 10 раз меньше, чем у российских подрядчиков. Ну как же, можно показать такое в России? И третье, у нас есть закон, где «Газпром» — монополист экспорта газа. То есть и китайцам сказали, все, больше переговоров, ребят, только не участвуем. Поэтому вот отношения с Китаем в энергетическом плане, они вот так, какие-то очень странные. Ну, например, построили газопровод в сторону Китая, Сахалин, Хабаровск, Владивосток. И стали уговаривать китайцев, давайте мы вам там газ продадим. Китайцы говорят, вы знаете, нам там вот газ, в общем-то, не нужен. А получилось так, с одного конца рынка нет, с другого конца газа нет. Но газопровод, за него хорошие деньги получили приятели нашего президента. Ну что говорить, вот такой циничный повод сотрудничества с Китаем. Но с Казахстаном у нас тоже прекрасное сотрудничество. Вот я хочу сказать, вы знаете, вы извините меня, пожалуйста. Нет, вот есть совместное предприятие «Газпрома» с партнерами в Казахстане, называется «Казросгаз». Оно получает газ с севера Казахстана, и в России этот газ помогает держать в рабочем состоянии Оренбургский газоперерабатывающий завод. Без казахстанского газа он загнется, там просто не осталось местного никакого газа. А взамен «Газпром» добывает какой-то газ в Узбекистане и на юг Казахстана отправляет вот тот газ. Ну, вроде все хорошо, красивая схема. Но вот как работает сотрудничество? Значит, вот тот газ, который в Оренбурге получают, часть его пускают на внутренний рынок, но часть, примерно 8 миллиардов кубометров, он идет на экспорт. А поскольку это сотрудничество между дружественными государствами, членами европейского, евразийского сообщества, то он идет без экспортной пошлины. Понимаете, как хорошо? То есть 30% пошлины, она не платится. Куда они отправляют газ? Они отправляют газ трем компаниям. Одна компания называется «Газпром Германия», вторая компания называется «Газпром Швайц», и третья компания «Овергаз» — это тоже дочка «Газпрома». Они покупают газ вот по этой маленькой цене, без всякой таможенной пошлины, реализуют его по европейским ценам, естественно, и эти деньги никогда не возвращаются в Россию. То есть вот где-то там хорошо они используются. Вот за такое сотрудничество, я думаю, «Газпром» будет голосовать и дальше. А вот другого какого-то серьезного в экологической отрасли, ну, я не видел таких примеров. Ральф Фюкс уже немножко разбавил наше вино водой, и сейчас еще целое ведро воды туда налили. С учетом времени... Я сам вопросы не буду задавать и предоставлю вам возможность задавать свои вопросы. Соберем по три вопроса, пожалуйста. Сейчас вам принесут микрофон. Спасибо. Сейчас обанкротился Венесуэла производитель нефти, госпожа Ли. Вы можете нам пояснить, какая будет с 1 января 2019 года, то есть через 13 месяцев, что это за электроквота или электрическая квота? Что это означает на следующие 10 лет? И, может быть, это будет не только мечтой, но и действительность, реалия. 24% машин будет на электрическом приводе, не на дизеле, не на бензине. 30% в 2030 году. И, может быть, вот эта квота электроавтомобилей в Китае – это кошмарный сон для нефтяных государств. И они, может быть,
будут испытывать такую же судьбу, как Венесуэла? Так, спасибо. Вопросов много. Мартин Шиншили, German Watch. У меня вопрос к господину Крутичину. Первый вопрос. Спасибо за интересный, детальный и завлекающий анализ. Меня бы интересовало при этом анализе, какую вы видите перспективу развития этой экономической системы? А во-вторых, что делать? Ja, und noch eine dritte Frage. Еще третий вопрос. Вальтер Кауфман фонд Генриха Белла. Вы, наверное, помните схему, где были четыре драйвера, которые перечислял Ральф. Policy, бизнес, наука и гражданское общество. Господин Крутихин для России сейчас нарисовал скорее трезвое описание, что касается политики, политического уровня. И что бросается в глаза из ваших рассказов из Китая, из Казахстана, это то, что уровень политики скорее играет положительную роль, центральную роль в рамках этих крупных планов развития. И в Китае вроде получается неплохо. Вы могли бы коротко обрисовать другие поля? То есть бизнес, наука и гражданское общество как потенциальные драйверы этих изменений. Пока поставим точку на эти три вопроса или за этими. Вы хотите начинать? Я прошу снова включить мои слайды, потому что я хотела бы указать на информацию на этих слайдах. Я хотела бы ответить, наверное, на последний вопрос. Вот все эти изменения, они на самом деле были благодаря политике сверху вниз. Я привела пример сектора фотоволокайки, где были государственные субсидии, и где особенно мелкие и средние предприятия получили сильное развитие. Сначала было все немножко хаотично, запутано, но потом, благодаря конкуренции, получил хорошую эффективность. И мы выиграли от этого процесса. И мы сейчас имеем сильный сектор ВИЭ, который уже не доминируется традиционной политикой. И я уверена, что будет и другие технологии, например, умная сеть Smart Grid или вопрос электроавтомобиля. Почему я хотела еще раз показать этот слайд? Мне кажется, в конце концов, наверное, это психологический либо идеологический вопрос, но я хотела показать вот этот слайд. Это не слайд какой-то зеленой организации, как Greenpeace, например, или какого-то НПО, которые борются за изменение климата. Это сейчас на прошлой неделе только было издано Национальным агентством энергетики. Это на 2017 год. И они сказали, что в последующие годы с учетом глобального роста до 2040 года будет 80%, в том числе низкоуглеродных технологий и угля. Что касается солнечной энергии, другие энергии для энергетического сектора, это где-то 160 гигаватт. У газа будет всего лишь 48 гигаватт. Это значит, ясно, где будет наше будущее. Дорога туда, конечно, непростая, но я бы сказала следующее. Если некоторые страны
будут работать только с теми секторами, которые, может быть, в прошлом играли важную роль при индустриализации, но которые не будут сохранять эту доминантную роль. Просто вот требуется новое поколение. Может быть, еще коротко, прежде чем передать слово другим панелистам. Конечно, гражданское общество тоже играет важную роль. Мы, немцы, может быть, даже этого до конца еще не поняли, хотя и здесь много двусторонних проектов сотрудничества. Это очень все-таки важно. Можно было бы делать больше с обществом из Китая, и тогда отпадает необходимость политической элиты. Конечно, если вы встречаете кого-то из Пекина, это тоже не означает, что это политическая элита. В рамках политической элиты тоже есть пионеры. Ми Тин Фун, zum Beispiel, он уже пенсионер, и он работает в исследовательском институте по вопросам энергетики. Он работает с Министерством национального планирования. И он очень-очень как раз защищает возобновляемые. Китай пока еще делает ставку на уголь. Угля у нас очень много. Но вот этот человек уже 20 лет тому назад верил в ВИЭ, 20 лет защищает ВИЭ. Многие не любят его, хотя он тоже входит в политическую элиту. Так что не надо недооценивать тех лидеров в рамках политической элиты. Их надо найти, с ним надо работать. Да, я спросил о роли политики, но не только, а также и экономика, бизнес, общество. Вы уже немножко говорили об обществе в Казахстане. Все-таки мой вопрос. Готово ли правительство соглашаться с более активной ролью гражданского общества? И какую роль может сыграть экономика или бизнес? 2 года тому назад я была в Алмате на выставке возобновляемых источников энергии и энергоэффективности новых технологий. И я подумала, ладно, там, наверное, никого не будет, потому что развития почти никакого в стране. Я была удивлена, какое большое количество молодых людей, в том числе из гражданского общества, но в том числе из бизнес-кругов, приехали на эту выставку. И многие из этих молодых людей учились либо в Германии, либо в странах Европейского Союза, либо в Соединенных Штатах. В Казахстане есть хорошая программа для молодежи, государственная программа, благодаря которой они могут учиться за границей и получают возможность вернуться на родину и занимать хорошие должности либо в университетах, либо в правительстве. То есть очень интересная программа. И многие из этих молодых людей после того, как учились в Германии или в других странах ЕС, они уже думают по-другому. Они видели, какую роль могут сыграть возобновляемые источники энергии и хотели бы это менять у себя дома. Так что, мне кажется, большая надежда именно в молодых людях. Может быть, у них еще нет своего маленького бизнеса, еще нету бюрократии, все-таки очень сложная, и много надо взять барьер. Я уже говорила о тех барьерах, но интерес большой и мотивация большая. Эти молодые люди хотят гордиться своей родиной. Они хотят, чтобы родина была современной. И не только на бумаге, но и на деле. Так что я думаю, с такой молодежью, особенно если они работают в университетах, в компаниях, или даже занимают правительственные должности, скажем, в Министерстве энергетики есть свой отдел по возобновляемым энергоисточникам, свой департамент, и там работают люди, которые смотрят вперед, открытые. С ними вполне можно говорить о ВИЭ в Германии, в мире. Они знают, то есть они знающие, им нужна поддержка. И мне кажется, что тут
у Германии и у Европейского Союза особенная роль. Вот с такими людьми начинать маленькие проекты. Конечно, господин Крутихин, с вами я могла бы часами обсудить все эти вопросы. На политическом, правительственном уровне сейчас, наверное, нету этих разговоров. И Россия не только Казахстану старается продавать газ, но и ядерную энергию, которая нам вообще не нужна. Скажем, были идеи, чтобы Россия строит атомную энергостанцию на севере Казахстана. Там нет спроса в энергии. Это те же самые дружеские отношения между политиками, Евразийский экономический союз. Но вполне есть российские специалисты, которые приглашаются казахстанскими специалистами, чтобы совместно обмениваться стратегиями и совместно разрабатывать проекты. Я знаю такие проекты, я знаю таких людей, и вот с ними надо работать. И третий пункт, который я хотела бы коротко только открыть, потому что Линда Ли еще раз показала слайды о ИРА, который говорит, что возобновляемая энергия – это вопрос будущего. Но это агентство является суперконсервативным. И наша группа Energy Watch Group показала это в целом ряде исследований. За 10 лет они полностью недооценивали возобновляемые источники энергии. Поэтому надо скептически относиться к таким прогнозам. На деле ВИЭ развивается намного быстрее. И вопрос, что делать, поэтому столь интересный. Да, это сейчас переход к двум ключевым вопросам. Кто виноват, мы уже поняли. А второй вопрос, что делать? Развитие в России, пожалуйста. Ну, я хотел немножко сначала сказать по поводу вот того, что здесь говорилось. Ну, про электромобили, про движение Китая, о том, что столько-то миллионов электромобилей будет. Ребята, хорошо электромобили, но, вы знаете, это смотря где. Потому что электромобиль в Норвегии, он питается чистой энергией. Там гидроэлектростанции дают практически всю энергию. Это чистая вещь. Если электромобиль в Сингапуре, вы заплатите колоссальный налог, потому что он грязный. Потому что он питается с угольной электростанцией. Вот если в Китае будет много-много электромобилей, не надо забывать. Это, конечно, хорошо, но откуда они будут получать эту электроэнергию? Тут вот вопрос с первичной электроэнергией. Теперь еще один вопрос, который я забыл, прежде чем переходить к главному русскому вопросу. Это вот показали в предыдущей сессии, как много выбрасывает Россия СО2. Там гигантский, она на первом месте там стоит. Ну, я даже очень удивился. Это вот производство энергоносителей дает столько-то вот, значит. Так Россия же экспортирует энергоносители. Она вот этот СО2 экспортирует заранее в Европу там, и так далее. То есть там они сжигают это все хозяйство. Там выделяется СО2. Это первое положение. Потому что Россия остается относительно чистой. Второе. В России надо учитывать существование огромной зеленой массы лесов, тайги и так далее, которые поглощают этот СО2. Опасность в России даже не в этом. Вот мало, я редко-редко встречаю конференции, на которых говорят о главной опасности для загрязнения атмосферы, которая исходит из России, с ней ничего поделать нельзя. Вдоль всего арктического побережья, особенно на востоке, это Чукотское море, это море Лаптевых, это Восточно-Сибирское море, там идет деградация вечной мерзлоты. То ли в результате потепления, то ли еще чего-то. А и вечная мерзлота становится нестабильной, она выделяет метан. Метан в 300 раз опаснее для климатических изменений, чем СО2. И если в 2005 году, по оценкам, выделилось оттуда, вот из этих районов, где-то 5 миллионов тонн метана, то в 2016 году 100 миллионов тонн метана.
Вот этот процесс ускоряется. А если мы вот эти миллионы тонн метана умножим на 300 раз, поскольку они в 300 раз опаснее, чем СО2, то это колоссальная совершенно проблема для атмосферы. И Россия, она не только СО2 дает для загрязнения, а вот с этим делать пока я даже не знаю что, потому что это невозможно. Взять и загородить целое побережье каким-то колпаком, чтобы оттуда не выделялся газ. Теперь опять к главному вопросу. Ну, что делать в России? Вы знаете, ждать, что система сама изменится, я думаю, что не стоит. Это очень устойчивая система. То есть даже если вот недавно на конференции в Риге целую панель посвятили тому, ну что произойдет, если или не выберут Путина, или он уйдет, Путин, или еще что-то будет. Я не выдержал, вылез и стал говорить. Проблемы-то нет никакой. Вы просто забываете, как в России появляются президенты, как появился президент Путин. Это отставной, никому неизвестный подполковник КГБ, который имел очень неприятную историю, карьерную, криминальную историю деятельности в России, в мэрии Санкт-Петербурга. Человек, у которого сфальсифицирована диссертация кандидата наук. И вдруг его назначают сначала президентом, потом, значит, народ видит его в телевизоре, идет и, ну, там огромное количество людей за него голосует. Вот если завтра не будет Путина, в телевизоре покажут новую физиономию отставного полковника КГБ, у них много в России таких, то, уверяю вас, никакой революции не будет. Никто не пойдет там громить Кремль или громить там еще что-то. Это вот очень устойчивая система. Второе, что делать? Ну, если бы вы посмотрели, какой идет отток думающих людей из России, сколько людей с хорошей квалификацией, получая прекрасное образование, уезжают и где-то работают в других местах, но это очень устрашающее вообще такое явление. Потом вот тоже на первой сессии Ральф говорил о том, что вот эти сэкономленные деньги могут пойти на развитие науки и так далее. Я тут спохватился. Вы посмотрите, в российском бюджете на что идут деньги высвобождающиеся? Они не на науку. Финансирование науки идет вниз. За время правления Путина количество больниц в России сократилось наполовину. Количество школ сокращается постоянно. То есть и качество образования деградирует. Вы понимаете, что эти деньги пойдут либо на вот Национальную гвардию, которая должна защищать политическую элиту от населения, а это уже 400 тысяч человек, вооруженных огнеметами и бог знает чем, или на войну в каких-то других государствах. Но они не пойдут ни на науку, ни на образование, ни на медицину, ни на пенсионеров, ни на кого. И поэтому, вот, к моему глубочайшему сожалению, я вижу молодых людей, которые... думающие, они хотят в стране что-то такое сделать, но один мой приятель циник сказал: слушай, ты умеешь врать и воровать? Нет, говорит, меня не учили. А как ты надеешься вот в этой системе выйти куда-то, сделать карьерный рост в этой системе? Нельзя. Это вот такое препятствие. Второе препятствие. Не надо ждать никаких социальных потрясений из провинции или еще откуда-то, что народ выйдет на улицу и что-то там такое будет делать. Очень большая подушка безопасности для режима – это вот социальная психология. Потому что в мозгах у российского обывателя, у простого обывателя укоренилось: царь, он может врать, воровать и воевать. То есть ему позволено, ему можно. Вот он такой, он царь. Поэтому там, какая там конституция, какие законы, какое что. Все понимают, что так и надо. Вот психология она такая. Ну что делать, я не знаю. Мы с женой последние русские в нашей семье. У меня дети и внуки живут в Норвегии. Понимаете, я свой пример не могу, конечно, приводить. Но вот я как спрашиваю у кого-то, кто где-то. Вы знаете, у меня дети тоже там в Швейцарии, у меня в Майами, у меня там где-то еще. Ну то есть какая-то вот интеллигенция, она предпочитает куда-то... Я разговаривал не так давно с вице-президентом одной компании, хорошим человеком, бывшим министром. И он говорит: ты знаешь, вот все сейчас вот так вот эвакуируются. Деньги эвакуируют, семьи эвакуируют. Вот как-то вот не верят в то, что в России что-то вот будет улучшаться. Не знаю, хочется верить, но, к сожалению, я пока пессимист. Да, но wir haben ein Bild, у нас перед нашими глазами предстала картина из трех стран. Темная картина, много света, много тени. Я вам
всем вас благодарю за эту интересную беседу. И благодарю переводчиков, которые жонглируют тремя языками. И я вспоминаю, конечно, эту картинку трех государственных деятелей. И мы видим, что когда Путин показывает воду, то есть колодец, то пусть Назарбаев покажет ножницы, чтобы они упали в колодец. Большое вам всем спасибо и хорошего вечера.